Снег в городах Подмосковья почти полностью растаял, а значит, пришло время заняться традиционной уборкой перед наступлением лета. В Ленинском округе над приведением в порядок общественных пространств работает свыше 140 сотрудников и более 100 единиц техники муниципальных предприятий благоустройства и Дорсервис. Одна из бригад трудится в районе домов 23 и 25 по проспекту Ленинского комсомола в Видном. С прошлого года то, что осталось листва, мы ее убираем. Смет, уборка мусора, удаление надписей с малых, с детских площадки, граффити и всего остального. И уборка, промывка дворовых территорий. Кипит работа и в центре города. На Советском проезде около памятника основателям Видного трудится еще одна бригада муниципального предприятия благоустройства. Осенью прошлого года здесь были высажены новые деревца, и главный фронт работ – забота о них. Работы производятся удаление грунта старого на замену нового хорошего, чтобы положить рулонный газон, подрезка, обвязка деревьев после зимы. Деревья обвязывают тростником бамбука, чтобы дерево не ушаталось, ветром не выдернули, и сверху маленьким тростником, чтобы не поцарапались, от вандализма. Месяц чистоты и благоустройства в Ленинском городском округе закончится общеобластным субботником. К участию в нем будут привлечены не только коммунальные службы муниципалитета, подведомственные и подрядные организации, но также сотрудники предприятий и организаций, работающих на территории округа, и неравнодушные жители. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Ольга Садовская. Видное ТВ.